Период пандемии показал, что грамотно организованное дистанционное обучение дает широкие возможности не только ученикам, но и преподавателям. Такая система позволяет выстраивать занятия, и в первую очередь факультативы, по удобному и гибкому графику, охватывать значительное количество интересных занятий. Самая главная суть этого не просто техника, не просто оборудование, но и система обучения. Это подготовка кадров. Это сетевое взаимодействие между школами. 2020-2021 год – это пилотная отработка, 5 школ, потом 15 школ. Но самое главное здесь – мы учим педагогов, как по-новому использовать этот ресурс, эти возможности. Мир меняется в таком темпе, и, конечно, мы должны эти возможности предоставить детям. Так, Волжский лицей номер 1 получил современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ребятам работать на специальной онлайн-платформе не только из школьного класса. Это интересные приставки, которые позволяют организовать дистанционное обучение детей. А техника позволяет работать на платформе, которая дает индивидуализацию подхода к образованию. А каждый ребенок может выстраивать свою образовательную траекторию, отслеживать мы можем ее, оценивать на разных этапах. Школьники в доступной и понятной форме изучают многие сложные дисциплины, среди которых важное место занимает актуальный сейчас предмет «финансовая грамотность». Курс содержит интерактивные задания, видеоматериалы, вопросы для самообучения. Эта платформа очень интересная. Это внеурочная платформа. Мы дома через телевизор, через клавиатуру играем, изучаем и многое другое на этой платформе делаем. В основном у нас была экономика, но бывали и также другие занятия. Такая онлайн-система значительно расширяет горизонты. Ребятам стали доступны не только стандартные предметы школьного курса, но и многие профильные дисциплины. Все это поможет школьникам как можно раньше определиться с желаемой профессией и четко распланировать свое будущее. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».